Зав. Узким межрайонным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета в рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения человека обнаружено тело потерпевшего. Убитым оказался человек, по подозрению в убийстве которого в ноябре 2019 года был задержан гражданин Узбекистана. Допрошенный в качестве обвиняемого, мужчина признался, что 27 октября 2019 года он сбросил с Мигаловского моста в Волгу своего знакомого 93 года рождения. Мотив убийства – внезапно возникшие личные неприязненные отношения. С целью поиска тела потерпевшего отделом криминалистики Следственного управления во взаимодействии с сотрудниками МЧС были организованы масштабные поисковые мероприятия с участием водолазной группы в акватории реки Волга в районе моста, однако положительных результатов получено не было. Также производились осмотры прилегающей территории к дому, расположенного по улице Черкасской города Твери, и сам дом, в котором проживал обвиняемый. В ходе осмотра места происшествия тело безвестно исчезнувшего мужчины обнаружено также не было. 2 июня 2020 года криминалистами и следователями было принято решение о проведении повторного осмотра дома и приусадебного участка обвиняемого. Произведен подкоп грунтовой поверхности, и в результате на глубине 40 сантиметров обнаружено тело потерпевшего, завернутое в черный полимерный пакет, а также документы, идентифицирующие личность погибшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти человека. Расследование уголовного дела продолжается.